по электрооборудованию Стеллы. Ну, вообще мокиков Дельта, Риги 22, Карпат 1 без поворотников, Карпат 2 без поворотников. Как просили. Правый переключатель идет трехпозиционный, без кнопочки сверху, модель не помню. Левое крайнее положение, двигатель отключен. Среднее, двигатель работает. Правое крайнее, двигатель работает. Левый переключатель, трехпозиционный, с дополнительной кнопкой звукового сигнала. Правое крайнее положение, свет отключен. Среднее, это ближний или дальний свет, как кто подключит. Задний габарит. Левое крайнее, дальний либо ближний, и задний габарит, как кто подключит. Когда было среднее положение, сейчас вот при запущенном двигателе не работал дальний свет, тут так подключено, дальний посередке, потому что перегорела нитка в лампе. Встречаются модификации с указателем поворота, где справа стоит точно такой же, как и слева, переключатель, и глушение производится как на дырчиках Риги 11, Риги 13, причем нажатие на кнопку. А вот этот трехпозиционный переключатель служит переключателем поворотов. Ну, либо они меняются местами. Тут переключатель поворота, а тут переключатель света и глушилка. Вот и все. Из доработок по Стелле, как я уже снимал видео ранее, от всех потребителей, вплоть до вот этой кнопочки звукового сигнала, приведена дополнительная масса. Это сделано наподобие тракторов John Deere, тракторов Case и New Holland. Хоть там и одна проводная схема проводки, но производитель посчитал не лишним довести отдельный минусовой провод в общую точку. И тем самым повысил надежность системы электрооборудования, чтобы масса, из-за того, что двигатель находится на резиновых подушках, вернее, на резиновых сайлентблоках крепится к раме и рама окрашена, не поступала от двигателя через звездочку задней и кучу всяких механизмов. То есть отдельным проводом вывели массу, вот как с двигателя идет вот этот вот провод. И от всех потребителей желательно добавить по массе. Даже от глушилки тоже масса идет вот в эту единую точку. Что мы имеем? Отличный контакт, отсутствие проблем с электрооборудованием. То, что не включался ближний свет, это связано с контактом в самой фаре. Там он отходит. А так, как видите, клаксон нормальный. Все работает, стоп-сигнал тоже работает, там от задней фары отдельный минус ведется тоже, все в единую точку. Так что двухпроводная схема — залог успеха в электрооборудовании. Второй залог успеха — это наличие прямых рук и знание, что такое мультиметр и как им пользоваться. Тот, кто умеет прозванивать, без проблем подключит этот переключатель, там 5 точек подключения, и этот переключатель, там, по-моему, 3 или 4. Вот и все, пацаны. Никаких сложностей, простая проводка на 6 проводов. Спасибо всем за внимание.